Ограничения поставок в Россию продукции некоторых белорусских предприятий могут быть сняты уже на этой неделе. Об этом заявил сегодня на совместном заседании обеих палат парламента заместитель премьер-министра Михаил Руссый. По словам вице-премьера, основная масса претензий к белорусским производителям надумана. Зачастую речь и вовсе идет о фальсификате. Тем не менее, как отмечено, экспорт отечественной продукции растет. За год на 4% по молочным продуктам и на 18% по мясу. Как тогда решать подобные проблемы? Кто в конфликтных ситуациях должен выступать в качестве третейского судьи? На эту тему сегодня разгорелись жаркие дебаты. Спикер Верхней палаты парламента настаивает, подобные споры нужно разрешать в суде. Вице-премьер выступает за более активную работу Евразийской экономической комиссии. Я думаю, что буквально на этой неделе со многих предприятий, которые наложены, вот эти ограничения, они будут сняты. На этом ведется постоянная работа. И вот уже третий день наши находятся в Российской Федерации, и я думаю, что решение такое будет найдено. Мы передали в следственные органы Российской Федерации десятки фактов по фальсификации. Работаем по всем каналам, возможным и невозможным. Большинство вопросов депутатов так или иначе касались продовольствия. А после состоялось завершающее заседание Палаты представителей. Три законопроекта стали финальным аккордом парламентской осени. Всего новый депутатский корпус успел рассмотреть более 30 вопросов.